Всем привет! С вами Стофити и компания. И я Саня. У меня был день рождения 19 числа. И вот мы с пятницы на субботу. Сейчас у нас, кстати, где-то часов 10 вечера. У нас уже не темнеет, сразу говорю всем. У нас светло. И мы будем праздновать мое день рождения. Заодно и порыбачим. У нас сегодня... Так-то мы на рыбалке не пьем, но у нас сегодня есть коньячок, есть морожка-наливка и вискарек. Я его перелил, правда, в такую бутылочку. Ну, все равно, с днем рождения меня. Сейчас меня все будут поздравлять, я слухаю. Сань, с днем рождения. С днем рождения. Вот так вот меня поздравляют. С днем рождения. Давай, любимая. Палаточку поставили, костер разожгли. Сейчас покажу все. Ой. Все, за меня. Давай. Чтобы у меня было крепкое здоровье, чтобы у меня все-все-все было, ничего за это не было. Самое главное. Он не дает вставить даже слово. Все. Давай, маленький, за тебя все хорошо. Спасибо. Все хорошо, всего хорошего. Хариуса будем сейчас ловить. Подарков надарили. О! Гуталина. О! Здесь есть. А, здесь есть. Мы уже едим свою картошечку. У нас картошка уже выросла в мундирах, вот, привезена из Египта, поэтому все хорошо. То есть выращена в Египте, мы там ее растим. Там у нас плантации. Но мы выбрались-то для чего, ребят? Потому что сейчас вот как раз листочек, видите, да, позади нас уже. Деревья уже начали распускаться. И сейчас как раз листочек с ноготь. Именно в это время, хариус клюет ночью. Вот 3 года подряд мы его рыбачили только ночью. Комаров. Уже скоро день молодежи. Обычно они такие заедные в это время. Ветер у нас уже стих. Вот, если вы видите, ветра вообще нет. Очень хорошо, кстати. Это еще не все, кстати, ребята, это еще не все. К нам утром присоединятся еще остальные. Вот. Их много присоединится. Ольга, Юрка, Тихонова, Тихонав. Вот, потом Егоровна, Иванович. В общем, много. Аж целых 2 человека. Вырежут, конечно. Как хорошо, ребят. Я уже все забыл. Мы пьем всегда только с левой руки. Ну, с левой руки, потому что сердце рядом. Ну, гусары, короче. Вот, да, поэтому понятно. За любовь. За любовь к природе, за любовь к женщине, за любовь к женщине. А у тебя почему шапка наизнанку? А также, ребят, за вас. Кто сидит и смотрит этот фильм, поэтому наливайте и пейте вместе с нами. Ребят, я тоже хочу выпить не только за любовь, но еще и за вас, ребят. Я вас очень сильно люблю, уважаю. Всего вам самого хорошего. За вас, ребята, и за любовь. Ура! Да. Мне вообще очень нравятся выезды. Просто идиллия. Мы одни на природе. Есть окушок и приличный окушок. Скажу я вам. Солюшка брать? Вот такой приличный, сказал. Ну, средний. Такой где-то грамм 150. Угу. Но все равно приятно, Саша, добытчик. Есть, прямо у берега. Видела, как даже схватил. Давай, мешаться. Вводит ведь он меня. Щука. Так. Тихо, родная. Тихо. Ну. Да подожди ты. О! Долго она гонялась. Маленькая, но приятственно. Щука? Тихо, родная.
Какие они зубастые. Ребят, щука. Щука еще какая щука. Ух ты. Ой, она меня водит. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, силище-то, а. Давай сюда, сюда, сюда. Ой, как-то мне ее нужно вытащить. Тихо, 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 тихо. Ого. Тихо. Тихо, 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 тихо. Боже мой, мне же ее надо снять будет. Я боюсь. Я боюсь. Как-то мне же ее нужно снять. Ой, какая она тяжелая-то. Тихо. Что я делаю? Как я боюсь. Так. Ничего себе зубище. Не крокодил, но страшно. Ой, чувствуется у рыб. Жор идет. Вот такую вот я выловила щучку. Вот наши приехали ребята. Как я и говорил, утром они к нам присоединятся. Сейчас у нас 10 часов утра. Кошмарики появились, зараза. Тяжела ноша. О, Мариха нарыбачила. Вот такого маленького я сегодня выловила. Вот это окунишка. Такой красивый. Ну, в нем, наверное, килограммчик уже есть точно, да? Ну, я так думаю, нет. Ну, так сопротивлялся. И такой большой. На что поймала?
На блесну, на большую, да? На большую, да. Юрик специально поставил, чтобы мелочь не ловилась. Ну, правильно. Вот она, и... Взялась. Блесна за 150 рублей. Взял недавно на распродаже. Да. В коробке валялись, такая понравилась мне. Снимай. Юрику попало что-то. А, кушок? Да. Вытащи его чуть-чуть. А, вот все. Горбатенький. Красава. Красивый, да? Да. Хорошенький. Здоровый, блин. Спортивная у нас сегодня рыбалка. Поймали, выпусти. Так, ну что, все. Все. Спиннинги вверх. У нас соревнования. Я победил, я первый поймал. Нет, рано еще. Так, ребят, на старт. Внимание, марш. Красиво. Посмотрим, у кого у первого клюнет. Кто у нас будет победителем? Ловись, ловись, рыбка. Не абы какая. Щучка большая. О-хо-хо! Ничего себе! А, как она подпрыгнула! Щуреночек! Ну, он и сиганул. Все, сам сошел. Ого! Йо-йо-йо! Видала, да? Да. Это щучка? Да. Красиво. Саня, а Сусаньки там? Тоже сошла. Блин. Хорошая? Нет, ты видела атаку-то, да? Видела, видела. Ничего себе прыгаем-то мы, а? Блин. Вот такие щучки молоденькие. Ну это маленькая, конечно. Маленькая. Мы ее выпустим. У Сашки. О, Саши тоже. Да. А где такого заглубления в центре? Саша там. 1 метр. Ну так. Выгуливает. Понятно, Саша, поменяю. Поменяю на 20 метров. Саша, ничего себе, окушок! Сейчас я. Марина, Марин. Сейчас. А, ты снял? Да, это слабенький. Выпускай. Да, давай. Сейчас она тоже быстро уйдет. Подожди, подожди, подожди. Все, ушло. Саша, Саша. Ничего себе. Это окушок? Нет, щучка. Ай, красавицы. Как она? За нижнюю губу. Перехлестнулась просто. А, понятно. Кого тянешь? Щуку. Щуку. Щуку с руку. Лёшка, ты щуку поймал! Наконец-то! Трезвый сразу ловит, понимаешь? Да, ну тебя! Ой! Ха! У меня здесь окунь сидел. Вернее, стоял. А может, сидел? Сел, присел. Слушай, может, сидел? Я не могу уже. Давай, давай, давай. Ну давай, плохо крутишь. Ехо, ехо. Окушок. Ох, какой он крупненький. Ну, вообще экземплярчик. Подводи, подводи, подводи ко мне. Давай, давай. Боже ж ты мой. Вот это кушочек. Олика. Берешь? Я не знаю, а у меня нету этого. Да, нет, ладно, Саша сказала. Не, не надо, зачем? Пускай. Смотри. Нет, это маленький, мы таких отпускаем. А, все понятно. Маленький. Иди снимай. Сейчас, так он нырнет и все. Сейчас, подожди, подожди. Я держу. Так, все, не. О, бля. Нифига побежал. Ух ты!
сегодня у нас лоб день, почти как у тебя. Да ладно, ну поменьше. Сразу справился, блин. Ах ты подкаблучник! Это щука. Юрка у нас подкаблучник. Сразу справляется, я бы до усёра был запитал. Нет, 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 у меня больше. Лёша, покажи её. Сейчас. Ты возьмешь? Я не хочу, просто он стирался. Ух ты. Щучка, щучка. За поводочек возьми. Сейчас, прям все такие учителя. Я хоть перед отъездом порыбачишь немного. О, хорошая. Сань, ого, о! И пошел. На этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Отдохнули прекрасно, великолепно, можно сказать. Ночью, конечно, рыбалки не было, но сейчас оторвались до хохоту. Наловили щук, окуней. Мариха поймала 2 хариуса всего лишь. Хариуса не наловили. Все, он уже стоит на гнезде, как говорится. Вот поэтому скажем этому озеру до свидания. Ну а вы, ребят, смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Пока.